А от у цього збентеженого хлопця приводів для хвилювання вдвічі більше, ніж у будь-кого з присутніх тут. Діма, як тільки може, старається оточити увагою і турботою кохану. Чи вона бува не замерзла? Чи не втомилася? А може зголодніла? Ми придумали номер на пілоні вдвоєм. Тобто, по суті, ми повинні були... Сьогодні я повинен був з нею виступати. Ну, у нас скоро будет малыш, вот она сейчас в положении. Мы пошли на УЗИ, и нам еще сказали, что мальчика еще с таким вот носом, как у меня. И я уже представлял, вот вырастет пацан, будет на пилоне мочить трюки крутые, будет такой крутой, и будет вообще прыгать, и все, и петь, и танцевать. Короче, вообще классно. А пока Дима поринув у мрії про малюка, саму Лілю ятрять тривожні думки. Під час виступу коханого контролювати складну підйомну конструкцію доведеться саме їй. Эти все крепления, там, как бы они хорошо не держали, я все равно буду переживать, что все только хорошо у него получилось. Добро пожаловать. Что это будет? Это будет китайский пилон, летающий. Тогда я хочу, чтобы... В общем, если он должен там считаться, пускай он считается, но все остальное, чтобы было незыблемо. Хорошо. Хорошо. Здрасте. Ух ты! Откуда вы и кто вы? Меня зовут Дима. Живу сейчас в Черкасах. Переехал к своей любимой. Вы самостоятельно будете показывать номер или в паре? Потому что я знаю, по-моему, что у вас как раз с любимой дуэт. Да, у нас должен был быть дуэт, но так как мы ждем ребенка, сейчас моя любимая не может, да, выступать. Да вы что? Поэтому я класс. Буду один. Ой, как это хорошо. Ну, счастья вам желаем, чтобы все было хорошо. Спасибо. А вот, собственно говоря, где она? Она сейчас где-то вот там поддерживает. То есть рядышком? Да. Она сейчас ответственна за мою жизнь вообще полностью. Я ей доверяю. Ну что ж, удачи. Показывайте нам свое ноу-хау. Спасибо большое. Біля пульту управління завмерла його вагітна дружина. Саме в її руках зараз життя коханого. Эти все крепления, там, как бы они хорошо не держали, я все равно буду переживать, что все только хорошо у него получилось. Well, I'm starting the day trying to find different ways to get through till it's time to come back. And I can't slow it down and I'm climbing the walls and I feel like I'm under attack. Опасно. Это очень страшно. People that get in my way and there's never a right time that I get to say. When you and I touch hands, when you and I stop, still in the moment it's you and I. Not running for something that's already gone. When it's just you and I, that's when I'm home. That's when I'm home. Cause you know me better than
Гарний. Молодий. Поздравляю, по-моему, это было очень красивое и душевное выступление. Спасибо. Мне понравился ваш номер. Спасибо большое. Ну, Дима, цікаво, мелодійно, непогані трюки. Останній трюк, звичайно, він захоплює. Я не знаю, як твоя дружина там сидить і піднімає тебе вгору. Я не знаю, ви якісь безбашені всі. Да. Я такого оригінального пілонщика не бачив, короче. Спасибо. Дим, ну, я не остался в большом восторге. Не было, знаете, не то чтобы совершенства, но легкости какой-то. Когда смотришь и радуешься, как-то все через силу, через... Я думаю, что ты пока не готов. Спасибо. Сегодня я скажу нет. Ого! Вот это да. Дим. Да. Я даже только за один твой элемент, когда ты шел вертикально, с этим пилоном по воздуху. Говорю да. Спасибо большое. Я тобі скажу так. Спасибо большое. Ну, в тебе два так, и ты проходишь далее. Спасибо огромное. Удачи. Привет, дружи. Дим, это круто. Да нет, вообще. Это вообще. Все настолько было потрясающе, необычно. Спасибо. И это божественное выступление. Мне понравилось. Спасибо. Очень. Увидеть еще круче. Я верю в это, и я знаю, что так и будет. Я желаю тебе удачи. До встречи. Огромное вам спасибо. Спасибо огромное. Всего доброго.